В преддверии Дня Матери в исполкоме партии «Единая Россия» Карачаево-Черкесии состоялось торжественное мероприятие «Встреча с мамой бойца СВО Алима Семенова». Участие в ней приняли руководство регионального исполкома, волонтеры и молодые гвардейцы. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Вот уже на протяжении 4 лет активисты волонтерского центра «Единой России» приходят на помощь каждому, кто в ней нуждается. Помогали в период пандемии, а сейчас оказывают помощь участникам спецоперации. Некоторые из них отправились добровольно на СВО, где продолжают доказывать самоотверженность и отзывчивость. Один из них – Алим Семенов, поделился Руслан Джамбаев. Он также поблагодарил его маму Светлану Михайловну за достойное воспитание сына. Человек, который смелый, он во всем будет смелый, поэтому после 2 волн, я как знаю, он пошел, призвался в армию, потом после срочной службы подписал контракт, был в Сирии. Теперь третий контракт. В зоне СВО, да, достойно выполняет свой долг, является примером для наших молодогвардейцев, наших волонтеров. Это и примером не только для них, а примером для многих жителей нашей республики. Еще с детства Алим рос послушным мальчишкой, хорошо учился, был активным и приносил домой грамоты и благодарности. И сейчас он радует маму достойными наградами. Его мечтой было стать военным, и сейчас он близок к своей цели. Поэтому без капли сомнений отправился на СВО. Поступить по-другому он не мог, рассказала Светлана Михайловна. Она также поблагодарила партийцев, которые продолжают совершать благородные и добрые поступки. Маме военнослужащего передали благодарственные письма от партии и молодой гвардии. И вручили букеты цветов. Сначала было, да, немножко как-то жутковато, страшно. А потом я такое решение приняла, что хотела вообще сама пойти туда. На что мне сын сказал: нет, мам, я же мужчина, я защищаю. Когда он возвращается, вот приезжал в отпуск, вот тогда, да, я плакала вот навзрыд. Вот слезы радости. И хочу, чтобы все вот мамочки, которые там вот находятся, чтобы они не плакали. Они вот на расстоянии помогали душой и сердцем. В знак благодарности и уважения первый заместитель спикера парламента Карачаево-Черкесии Дагир Смакуев через молодогвардейцев передал фрукты и овощи Светлане Михайловне. Она, в свою очередь, поблагодарила всех за поздравления и подарки и пожелала военнослужащим скорейшего возвращения домой. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.